Как название модели? Кайо. Кайо 250, да? Да, Кайо один. Угу. Какой год это выпуск? 2019. Свеженький, да? Пару месяцев назад. Понятно. Пусть пару месяцев назад, пару недель назад. Ага. Друзья, ну вот мы сейчас отправляемся в дорогу на Кайо 250. Легких эндуро. Отличная погода. 19 октября, золотая осень в Токсово. И вот нас ждет небольшая лесная трасса, хуторок и два легких мотоцикла. Там как бы цилиндр здесь стоит, ну, 1012. А там бывший мотор 280 стоит. Или цилиндр тот же самый, да, под. Сколько вес у них? Килограмм. 110. 110, да? 105, ну, да, 105. С учетом того, что не башки. Легкая техника, друзья. Вот сейчас попробуем. Полная экипировка. Джерси. Черепаха. Одета под джерси, конечно, перчаточки и одежда, думаю, что придет в полную негодность, все придется стирать. Так на мотоцикле часто покататься. А, так я объясняю, мы изначально и делали цены самые низкие, ну не самые низкие, но они в итоге получились самыми низкими. А чтобы человеку было выгоднее приезжать к нам кататься, нежели покупать свой мотик. Потому что покупать свой мотик. Это на продаже ты угораешь на минимум тысяч на 30, а то и на 40. Плюс обслуживание. Если ты не умеешь делать сам, ну это попадает. Как ты там делаешь? Да. Поршневая? Мясо? Нет, масло-то поменять, понятно, любой сможет. Я имею в виду всякие, да, цепи, расходники, подшипники, тормозные суппорта. Я вот такую машину сюда. Ну тогда я думаю, нет, если ты умеешь, то конечно да.